Добрый день, меня зовут Дмитрий Лосько. Я бренд-шеф компании Мираторг. И сегодня мы приготовим этот замечательный стейк пеканья. Вскрываем упаковку, перекладываем мясо на доску и даем ему 2-3 минуты немного отдохнуть. Берем обычную сковороду, домашнюю, нагреваем ее до максимальной температуры. Немного добавляю растительного масла. И на максимально раскаленную сковороду я выкладываю наши стейки. Стейк пеканья мы будем жарить в течение 1,5 минут для того, чтобы получить прожарку медиум. Ну что, вот готовы наши стейки. Мы снимаем их со сковородки, перекладываем на тарелку, добавляем соль и перец. У нас получился очень вкусный, ароматный, сочный стейк. Попробуй, и у тебя получится.